Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Сэма. Сэмоберс, как бразерс практически. Аккаунт немножко донатный. Раньше написал, донатил он на тыковку. И это было очень давно. Она не выпала, и с тех пор он давно не донил. То есть это накопленные самоцветы, 40 косамов. В принципе, сила неплохая. Как видите, шапки нету. Поехали, посмотрим, что у него не хватает, каких героев. Так, Космо, Фрей нету, Командора, Седна, Ледяха, Землеройка, Свален, Капитан Рогатка, Бугимен. Вот так вот. В принципе, аккаунт давненький такой. Если что, сказал, можно купить 10 коробок. Он забрал, выпал ему талончик, купончик, и он его забрал. И, в принципе, правильно сделал. В общем, Киевская Русь. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдейские события с 20.00 до 21.00. Телега Саня.ua. Кидайте заявки, вступайте. Окей, первые и вторые места. Битва гильдии, атака фортов. Ну что, поехали, посмотрим. Посмотрим, как мы сможем что-то заролить на 40. 40-ка. Друидик. Пожалуйста, вот тебе на, вот так вот батька ролит. Землеройка, сразу же недостающий герой, один из последних. Поздравляю, обалденный герой, теперь на по локациях будет намного интереснее. Конечно, если ты его прокачаешь, ну, в принципе, с ресурсами у него проблем нету, я думаю, прокачает. Че по талантам, вот смотрите, вообще огонь. Вообще жирует, жирует, короче. Поехали дальше. Друид. Я думаю, мы сейчас что-то еще вытащим интересное. Блин, Фрею надо. На таком аккаунте нету Фрея. Это, конечно, жесть, ребят. Согласитесь. Без Фреи, конечно, печаль. Капитан. Боже, как меня эти уже капитаны Дрейки запарили. Почему мне на десяточки не падают они? Валентина, добрый вечер. Ледяха. Ледяха, ребятушки, это был ледяной феникс. Воу-воу-воу, и он тоже недостающий. Ну что, поздравляю, у тебя теперь не только один недостающий, у тебя еще и топовый герой появился, это Ледяха. Поехали дальше. Нам еще коробочки здесь открывать. Let's go. Слотики на склад. Еще одна землеройка. Что это такое? Что за админ панель читерная? Укротитель Триант. Это жесть. Это была жесть. Леди Лео. Инди. Капитан Дрейк, да вы издеваетесь, что ли? Паладин. Душегуб. One moment, ребят. Надо настроить музончик и поехали. Тан-тан-тан-тан, Ронин. Рыцарь Леди Лео. Блин, две землеройки и Ледяха, по-любому должно что-то еще нам упасть. По коллекционеру вообще печаль полная. Полная печаль. Блин, две землеройки, ледяной. Фрея, Командора. Где вы? Где вы, девочки? Девочки, девульки. Призрачный всадник, хранитель. Ну давай, ну давай. Тыковка. Единственный аккаунт, на котором очень плохо упало. Ну, в принципе, мы вытащили два обалденнейших героя. Блин, на других Фрей упали. Почему так все печально? Так, надо забрать. Надо забрать сюда сундуки. Однозначно. Набор сокровищ. Добрый вечер.
шок-контент сегодня. Чик, трак тебе док, дайте сами кавайджи, спасибо. Сейчас мы по-любому вытащим какие-то. Что за фигня? Вот что за фигня? Вот я так люблю, вот когда вот какого-то фига он перезагружается, какого фига? Что с тобой? Вот так можешь играть, играть, а тут только чпок. И ты выбил имбу, и ты не знаешь какую. Ну, слава богу, мы уже перестали ролить практически. Еще какие-то плюхи пришли непонятные. Что это за плюхи, никто не знает. Так, блин, ну нам надо место. Грубая сила. Так, ну это у него все в принципе есть. Но у нас есть шанс, если получится сейчас нормально вытащить. Ну что-то. Так, ну давайте, стритик дайте. Стрите, недостаточно места на складе. Вы что, издеваетесь? Теперь достаточно. Карт надо, карт надо. Вот так вот, вот так вот. Сейчас по-любому мы отсюда должны вытащить недостающего героя. Потому что два героя нам мало. ПБшка. Рибит. Афинка, надо Фрея. Бигфут. Афина. Еще раз Бигфут. Фрею давай. Заклинательница. Блять, это жесть. Запарили вы. Видите, какие подставы, ребятушки, от IGG. Типа, хочешь сами кино, тебе сами кино, мы тебе не дадим имбу. Ладно, поехали. Попробуем доролить. Давай, говори. Бульдозер Рину. Ну, в принципе, я вам скажу, даже такой вариант очень-очень даже неплох. Где мы взяли этот облик, я не знаю. Но не важно. Главное, что у нас 8.15. Это вообще самое, что не есть печально. Это, в принципе, это не настолько печалит, когда у тебя есть нормальные плюхи уже. И есть нормально коробочек. Ну, смотрите, какие у него талантики. Вообще огонь. Коробок и так уже хватает. Давайте откроем землеройку. Вот, отлично. Ледяной феникс, пожалуйста. Два героя, я, в принципе, думаю, вообще огонь. Сам будет доволен. Такс. Утекание, ну утекание, вы знаете, что это печалька. Да что вы мне такое фуфло суете? Это ужасно, это ужасно, это просто ужасно. Посмотрите, как сливаются таланты в никуда. У него тут все пятерки. Мы просто паролим то, что мы получили. Я не буду даже покупать там дополнительно. Потому что это бессмысленно. О, бег. Берс. Это просто имба. О! Вот это имба. Ярость. Скажите, ты опять не посмотрел у него таланты? Да, я знаю, что я не смотрел. Зачем смотреть? Зачем смотреть?
Это печаль. Блин, жесть, там пятерки стоят. Тут пятерок нету у всех. Так, просветик, 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 просветик. Что с тобой делать? Да ничего, я оставлю. Короче, вот такой вот коллекционер. Мы не собрали всего, но мы вытащили имбовых героев, получили нормально плюх. В общем, поздравляю, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Ну и как обычно, мы завтыкали забрать плюхи. Все, всем удачи, всем пока.